Всем привет и добро пожаловать на канал Соколов Плей. И сегодня она будет посвящена тому, что Инова решила спросить у людей, готовы ли к переезду. Или, как проще говоря, к трансферу. Поехали, посмотрим. Вот, на главной странице мы видим вот такую новость, как опрос на почту. Заходя сюда, мы что видим? Новость от 20 числа, опрос на почте. Игрокам Lineage 2 будет отправлено на электронную почту письмо с опросом насчет трансфера. Хотят они это или нет? Давайте закроем лишнее. Вот. И вот оно, письмецо выглядит вот так. У нас есть несколько вопросов. Будьте добры ответить. Переходя по ссылке, мы попадаем вот на такую страничку, где нас спрашивают, хотим мы или нет. Отвечая несложно на вопросы, говорим да или нет, и нас спрашивают, почему же вы это хотели сделать, допустим. Все, после такого подтверждаем. Отправить. Все готово. Спасибо за уделенное время. Так что в этом вопросе может принять каждый человек, кто хочет. До бесконечности, в принципе, раз, но, как понимаю, один аккаунт, один голос. Так что, если вы хотите, чтобы ваш голос был учтен, голосуйте. Так что, вот такие дела. И хотел бы знать лично ваше мнение насчет, хотели бы вы переехать или нет. А с вами был Дмитрий. Увидимся. До следующих встреч. Пока-пока.